Доброе утро, друзья. Да, Манечка? Маня уже завтракает. Стёбры. Что? Ну ты же только что здесь был. У нас сегодня, друзья. Да. Расскажи наши новости. Расскажи, Манечка. Да, скажи. Сегодня у нас необычное такое включение. Радостное. Пока Стёпа вон утку поймал, а Тимоша смотрит, как залезть на их любимую каталочку. У меня к вам, друзья, хорошие новости. Да. Расскажи. Какие у нас хорошие новости? Олега Алексеевича Зубкова включили в список. Сейчас проходит, оказывается, такое голосование. Посмотрите, вот такой сайт. Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Значит, проголосуй за амбассадора. Да, голосуй за Зубкова. Проголосуй за амбассадора Республики Крым на международной выставке. Так. Форум Россия. Да. Призывай, скажи. Друзья, переходите по ссылочке, которая будет закреплена, да, внизу видео. Я вам объясню, что такое амбассадор. Амбассадоры – это официальные представители Республики Крым, которые делами своими приумножают ее достижения, считают Крым особенным и уникальным регионом, гордятся им и прославляют, являясь посланцами республики на международной выставке форуме «Россия». Там несколько, человек 20, голосуй за Зубкова, Зубков, амбассадор Крыма, да, Маня? Вот так, Манечка, всех наших подписчиков призывает, скажи, там буквально заходите, ставите галочку возле фамилии, там где-то 20 фамилий достойнейших людей, которые рождены в основном, которые рождены в Крыму. Вот почему я считаю, что Зубков именно, даже так скажу, именно Зубков достоин этого звания представлять, значит, Крым в Москве на форуме. Потому что вот действительно в списке очень много достойных людей. Но в основном эти люди уже не живут в Крыму. Да, они рождены в Крыму, но в основном они уже живут в Москве, да. Там уже... Да. Голосуй за Зубкова, да. Там они уже, ну... имеют, допустим, и недвижимость, и в основном работают в Москве, некоторые даже за границей, а Зубков остается в Крыму. Зубков создает все свои парки в Крыму. Как бы ни было тяжело, какие бы ни были годы, Степа, именно Олег Зубков остается верен Крыму. Да, голосуй за Зубкова, да? Молодец, Маня. Олег Алексеевич, остается и вся его семья верны Крыму. Здесь их парки, и здесь будет еще при поддержке сейчас главы республики. Будет еще больше объектов. Объекты уникальные. Да, голосуй за Зубкова, да. Объекты действительно уникальные. И вы все, друзья, это знаете. И сказка, и особенно тайга. И все то, что планирует сейчас Олег Алексеевич, аналогов некоторым объектам нет нигде в мире. Да. Голосуй за Зубкова, да. Маня, да, уже все поняли, Манечка, все поняли, да, где, напротив какой фамилии надо поставить значок. Вся их жизнь связана с Крымом, да, они здесь не родились, но мы с вами, друзья, знаем, что
то, что сделали Зубковевы для Крыма, трудно переоценить. Олега Алексеевича приглашали десятки стран, чтобы он построил там, перенес туда свой бизнес и построил там свои зоопарки. Ему давали землю, ему давали полное финансирование в этих странах. Ему обещали купить любых уникальных животных, лишь бы этот человек, который точно знает, как сделать успешные парки, лишь бы он приехал и построил на чужой земле что-то подобное тайгану. Никуда не уехали Зубковы. Они остаются в Крыму. Иногда, мы знаем с вами, борются, но тоже в Крыму, да, борются за свои парки. Сейчас, слава богу, судов уже почти нет. Добиваем, так сказать, суды, тем более успешно. Вы знаете, что буквально позавчера прошел суд. Вот. И прокуратура, да, получила, скажи, отказ в возбуждении очередного разбирательства. И Олег Алексеевич выиграл полностью уголовное дело, которое длилось 3,5 года, и теперь, значит, будут и репарации, да, и извинения, и все остальное. Вот. Поэтому, друзья, наш девиз – голосуй за Зубкова, голосуй тем самым, для меня означает, за Крым, голосуй за процветание Крыма, голосуй за уникальные объекты под руководством уникального человека. Все, что вам нужно, это перейти, да, по ссылочке, да, и поставить, отдать свой голос за Олега Алексеевича Зубкова. Повторю, там очень много достойных кандидатов. Но, на мой взгляд, не знаю, как на ваш, но судя по тому, что вы смотрите все наши каналы годами и пишете комментарии, что вам нравится, я думаю, что выбор... Да. Голосуй за Зубкова, да? Голосуй, скажи, за Зубкова. Моя копейка. Выбор для нас очевиден. А там пусть победит достойнейший. Спасибо, друзья, за вашу любовь. Спасибо за то, что вы смотрите. Вот. Я размещу это видео на всех наших каналах, посвященных обезьянкам и не только, да. Ну и, конечно, другое объявление размещу на наших серьезных каналах. Да? Маня, да, голосуй за Зубкова, да. Ты сегодня прямо, я не знаю, в фаворе, да. Да, молодец. Так что, друзья, победа будет за львами. Голосуй за Зубкова. Не ленитесь, отдавайте свой голос за достойных людей.